Девочки, привет. Мальчики, привет. Доченька, привет. Руку подняла. Всем помахала. Я сегодня буду готовить закуску из кабачка. Буду готовить ее. Ну, один кабачок я приготовлю в духовке с сыром, а один кабачок я буду жарить. И сверху у меня будет помидорка и, как бы сказать, с чесноком, майонез. Вот сейчас я его почищу, этот кабачок, потому что у меня кожура очень жесткая. Прям супер жесткая. И таким же образом я почищу второй, а второй более нежный. Режу его. Сколько это сантиметров? Я на глаз все. Ну, сантиметр есть тут? Меньше, да? Меньше. Чуть меньше сантиметров. 7, 8. Теперь я делаю заправку, в чем я буду это. Соли, ну, чуть больше чайной ложечки. Так, чеснок у меня сушеный. Чайная ложечка, если что, полная. И вот смесь перцев. А вы можете положить, девочки, все, что вам нравится. Какие вам приправки нравятся, то и кладите. И нужно масло примерно, ну, сколько тут? Миллилитров 100, наверное. Вот так вот будет. Промешиваю все. Сейчас еще красненького перца найду. У меня тут есть красный перец. Нету. Ладно, черного посыплю. Так. Промешала. И сейчас вот эти кабачки, которые я порезала, я вот в эту чашку отправляю. И в чашке перемешиваю. Муж говорит, я тихо сказала, может, кто не услышал. Я сюда чуть больше чайной ложки соли насыпала, миллилитров 100 масла налила. И перчики по вкусу вашей приправки. Все теперь перемешала. И вот эту противень выстелила бумагой. И теперь их, эти кабачки, раскладываю. Семечки что-то обалденно. Обалденные вот там кабачки у меня. И сейчас запекаться поставлю вот это вот. Минут на 20, на 15. Посмотрю, как по духовке. Вы тоже смотрите по своей духовке. Ставлю в разогретую духовку. Буду запекать. Это для второго кабачка, который я буду жарить в сковороде. Это у меня оставался кабачок. Надо его использовать. Я просто нарежу таким же способом. Тоже можете по сантиметру резать, как вы любите. Я вот чуть меньше сантиметра. Я нарезала, приготовила это для зажарки. Буду жарить. Вот это у меня будет мука. Я сразу, да, сейчас в муку насыплю вот такую полную чайную ложку с горой соли. Вот так вот размешаю. Это я буду обмакивать в муке, когда буду жарить. И пусть оно пока постоит, а я для тех кабачков, которые в духовке, приготовлю сыр.
Вот отрезаю грамм 150, наверное, сыра. И буду тереть на новой терке своей. Мне терка очень понравилась. Хорошая. Единственное, что мне не понравилось, это вот забивается в эту резинку. Спасибо зрителям за критику. А то бы я не решилась, мне все не нравится. Так бы на старой бы и терла. Ну, у меня же еще и новая есть, маленькая. Ну все, сыр потерла. Дед сегодня внучке тоже на этой терке тер десерт из морковки. Морковку с сахаром делал. Ну да, тер. Я налила масло подсолнечное. Обваливаю в муке. И буду обжаривать. До золотистого цвета. Я закрываю крышкой и не на самой высокой температуре, а на средней. Так, прошло 15 минут. Достаю я кабачки и посыпаю сыром кабачки, которые достала из духовки. Сейчас сыр разложу. На горячие, при горячие кабачки холодный сыр недорогих пород. У меня там не хватило немножко, и я решила не просто отрезать по кусочку и положить сверху. Тут у меня маленький, вот так. И ставлю снова в духовку. Это минут на 3-5. Посмотрим. О, посмотрите. Я хотела проверить. Видите, они у меня еще не подрумянились, поэтому я их закрываю так же. Я выключила духовку, потому что готовы кабачки уже. Перекладываю их на блюдо. И посыпаю зеленью. Зелень у меня укроп порезанный. Все. Первый вид закуски из кабачка с сыром готов. Можно уже наслаждаться его вкусом. Сейчас буду второй вид делать. Так, здесь немного надо обжаривать. Добавляю маслица. Я обжарила, и когда в процессе жарки я их готовила, думаю, ну что же, надо же еще и с морковочкой сделать. Сегодня надергала внучке морковки, а она что-то и не очень ее хочет. Но сейчас, значит, я вот эти, ой, что-то много майонезика, короче, буду смазывать майонез. У меня здесь приготовлен майонез, чеснок и перец. Я чеснок натерла. Здесь? Вот здесь вот, в смеси, в этой. И я мажу этим, этой смесью кабачки. Я часто такие кабачки готовлю, потому что мне нравятся. Раньше я не любила кабачки, а теперь вкус поменялся. И порезала помидорки кружочками. И сверху кладу помидорку.
Помидорки, кабачки, укроп, все с огорода. Ну, кроме майонеза, конечно. А, даже чеснок, по-моему, с огорода, да? Угу. Вот такой он август месяц. Плодовитый. Богатый на урожай. Кто родился в августе, тому повезло. На цветы, на фрукты, в овощи. Внучки наши. Да, это наша внучка. И посыплю теперь это тоже зеленью. Укропчик у меня. Хоть гостей приглашай. Столько она готовила этой закуски из кабачка. И все наши зрители приезжают. Так, теперь следующее. Следующий сказал заведующий. Я сейчас сюда морковь перемешаю. Я так все быстренько это начистила. Там у тебя следующая партия шкварчит. Это у меня уже ужин готовится для нас. Курочка с картошкой будет в сковородке. С кабачками, да? Ну, это закуска будет. У меня слюнки потекли, как у собаки Павлова. И все вот эту морковочку свеженькую. Тоже с огорода. О, три вида закусок. Пожалуйста. Не стыдно и гостям поставить так вкусно. Я раньше помню, ты на праздничных столах обязательно готовила, если было у тебя кабачки. Я баклажаны готовила. А, баклажаны? Да. Я обожала баклажаны. Кабачки я готовила что-то из них. Ну, салат готовила. Ну, вот в таком виде мне нравились баклажаны. Ну, я уж распределила просто все с тарелки. Не пропадать же добро. Девочки, приготовила я кабачки, закуску из кабачка. Минимум времени, ну я так считаю, минимум затрат на продукты. И вот такие три вкусные закуски, которые не стыдно поставить на стол. Что я хочу со всеми попрощаться, пожелать всем хорошего настроения, здоровья крепкого. Всем пока-пока, до новых видео. Не забывайте писать комментарии, мы всем очень рады. Ставить лайки, подписываться на наш канал. Всем до встречи!